12 матчей без побед. Именно такую серию выдал уральский «Ак-Жайык», выступающий в премьер-лиге чемпионата Казахстана по футболу. Команда здорово провела начало матча против усть-каменогорского «Востока», завладев безоговорочным преимуществом. Однако в середине встречи «Ак-Жайык» сам оказался в роли догоняющего. Подробности поединка у наших корреспондентов. Первый домашний матч второго этапа чемпионата страны «Ак-Жайык» проводил против «Востока». Эту команду уральцы не смогли победить 3 недели назад. Тогда встреча окончилась нулевой ничьей. На этот раз осаду ворот усть-каменогорцев местные футболисты начали с первых минут игры. Но только в середине первого тайма Павел Черный смог забить, головой замкнув передачу с углового. Ответ гостей случился на последних секундах первого тайма. Вячеслав Эрбис точно пробил в дальний от вратаря угол ворот. «Восток» повел в счете после прекрасно исполненного штрафного удара. Но все же лучший игрок в составе «Ак-Жайыка» Саджо Хаман смог сравнять 2-2. С таким результатом и закончился поединок. Усердно работали. Неделька у нас была. Ну, подошли к этому матчу ответственно. Ну, сами видите, вот, что-то в игре что-то не получается. Но все равно ребята бились. «Восток» тоже хороший, крепкий соперник. Мы будем до конца биться. Гости результатом остались довольны. Сейчас повели в счете, не удержали, к сожалению. Но я думаю, этот результат хороший для нас. Ничья на выезде все-таки положительный, нежели больше, чем отрицательный. На послематчевой пресс-конференции тренеры обеих команд посетовали на неудовлетворительную игру своих футболистов. Играли два аутсайдера, поэтому игра носила принципиальный характер. Моему большому сожалению, команда сегодня играла очень плохо. Наверное, все-таки та эйфория, которая у команды есть после 7 удачно проведенных матчей, когда мы не проигрывали, наверное, сказалась на психологическом состоянии моих игроков. Следующий матч чемпионата «Ак-Жайык» проведет 30 августа против «Тараза». Дома уральцы 14 сентября примут «Талдыкурганский ЖТСУ». Роман Капняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.